исторической намерности и главного свободного промысла республикового времени. Там и причали, попросим вас освободить переднюю и заднюю палубу лодки, чтобы команда могла справиться с штурмовыми линиями. В противном случае, попросим вас оставаться на своих местах, а посуду не будет надежно запрещено. И, пожалуйста, будьте осторожны. Well, folks, that concludes your cruise today. On behalf of Captain Ralph and Dan, I'd like to thank you for joining us.